Друзья, всем привет! Это Vaseen Lingua Lab, и здесь мы помогаем людям изучать языки. И снова с вами Маша, поэтому сегодня будет про русский язык, а именно про особенности русской переписки. Что же в ней может быть особенного? Если вы хотите узнать, пожалуйста, подпишитесь, поставьте лайк. Да, даже моя кошка говорит «да». Поставьте лайк. Обязательно. Обязательно поставьте лайк. Иначе она не прекратит мяукать. Итак, что же такого особенного в русской переписке? Если вы начнете переписываться с русскими, то вы можете заметить, что они редко используют эмодзи. Она все говорит правильно. Мы используем в переписке скобочки. Такие и такие. Такая скобочка обозначает улыбку. Если ее много, то это, можно сказать, смех. А если у вас будет вот такая скобочка, то это грусть. И если ее будет много, значит, человеку очень грустно, очень. Его нужно обязательно поддержать. Вот, поэтому, если вы хотите переписываться как настоящий русский человек, то, пожалуйста, не используйте эмодзи, используйте скобочки. Мы их понимаем лучше. До скорого!